Вот еще один сюрприз. И, может быть, такой же удивительный и даже пугающий брюссельский писающий мальчик оденется в костюм киевского князя. Вот так Бельгия решила поздравить Украину с Днем независимости. Случится все это 24 августа. Наряд предоставило посольство Украины. Традиция одевания писающего мальчика в разные вот такие наряды насчитывает больше 300 лет и берет начало от кюрфюрста Баварии. Именно он в 17 веке подарил первый наряд для этой статуи. Потом традицию продолжил король Франции Людовик XV, подарил мальчику костюм из золотой парчи. Вот сегодня у этого самого мальчика уже больше 1000 костюмов от разных наций, так что даже писающие девочки ему завидуют.